Всем белка, с вами Катя Бельчик. И сегодня будет самое жесткое видео. Я серьезно, вы никогда еще не видели такого на YouTube. Самый жесткий челлендж ever. Задание будет следующим. Вы прислали мне очень много очень смешных видяшек в комментариях. Я должна буду их смотреть и не смеяться. Поверьте, это очень сложно, потому что там очень много животных. Но самое страшное вообще в другом. В чем же состоит вся жесткость нашего челленджа? Если я засмеюсь, то я должна буду сделать очень плохую вещь. Я должна буду мучить себя вот этим тортом. Вот этим огромным, вкусным, бананово-йогуртным тортиком. Ну, если его можно тортиком назвать. Килограмм счастья. Но я буду стараться не смеяться. Верьте в меня. Погнали. Ну что, погнали, чаек готов. Ну, мало ли я случайно засмеюсь. Опытный эксперт отобрал из 60 видеозаписей самые смешные. Поэтому мне будет вдвойне тяжелее. Ну почему кот сразу? Ну почему сразу кот? Ну кто надо мной издевается? Нет, это не смешно. Кот испугался и смешно упал. Начинаем. Я не засмеялась. Ну испугался, смешно упал. Ну что там смешно? Вообще было не смешно, ну серьезно. Ну упал. Что у меня? Он кот-то каждый день падает. Собака собирается на дачу. Начинаем. Жестяк. Продакшн. Собирайся, прямо сейчас едем на дачу. А как? На дачу. Прямо сейчас едем. Так, все, я готов. Видео. Я почти все. Мне сейчас только вещи. Так, стоп, а ты не обманываешь? Да нет, не обманываю. Ну тогда все, сейчас я сумку соберу, только мне 2 секунды. Мне... Так, где, Катя, так, где тапки мои? А, так, нет, слушай, Катя, а кто еще едет? А? Антон, нет. Едет? Витька, Катюша, Сашка. Нет, не смотри. А? Так, какой-то голубь. 5 секунд. Куб, что ли, будет? Сейчас. Начинаем. Это, наверное, Артем прислал, да? Вот этот голубь. Очень смешно, очень смешно. Я прямо от души. Я не понимаю, сегодня торт буду есть или нет. Так, кто чихнул? Начинаем. Чего было-то сейчас? А чихуй. Кто? А Катя хуй. Шутки с матом, они всегда смешные. Понял, что сказала-то? А Катя хуй. А Катя хуй. Кто чихнул? Может, я тогда и улыбаться не должна, усложнить челлендж, потому что... Ну, понятно теперь. Не, ну это смешно. В принципе. Я думаю, не понимаю, что ты говоришь? Что ты говорила-то? Катя хуй, Селя. Не, не взяла. Все. Я такие слова матные не произношу в видео. Это мама. 15 секунд. Маша. Маша. Лисичка. Лисичка. А это кто? А первый? Это кто? Кто это? Пиздец. Пиздец, мама. По-моему, не меня, а оператора надо было сажать. Хомяк сломался. Вот сейчас точно жесть. Вот сейчас я прям чувствую. Сейчас прям я сломаюсь. Все, начинаем. Как он это делает? Не смешно, как эти женщины смеются, если честно. Может, ты тортица хапнешь, а? Ты точно самые смешные отобрал? Ну да. Ну ладно, все, ну уговорили, ладно. Не, ну он когда вот это ударил его, ой. Эх, не искренне было. Не смешно. Не, не смешно, ладно. Не, подождите, все, ну сейчас следующий, ну точно. Перфектлины. О, ну клиника это вообще. Начинаем. А, это уже все, закончилась шутка. Понюхаю. Сейчас, сейчас, они старались. Сейчас все будет смешно. Подожди, вот это вишенка. Так,
чувство ритма голубей. Ну сейчас вот точно. Вот сейчас. Оп, и пока. Так, все, чувство ритма голубей. Давай. Блин, и в танцы надо на ТНТ. Там никто так синхронно не танцует. Нет. Ржачно сова смеется как человек. Нереально позитивно. Самое смешное видео. Блин. Это человек, человек за кадром. Ну ладно, фигня, они ее озвучивали, погнали. Так. Ой, ну что, откуда начнем-то? Ну, сейчас съем вишенку, это будет считаться за один укус. Я, пожалуй, начну как варвар, потому что я слишком долго этого ждала. Ой, послышали этот звук? Молодец. Я на самом деле... Блин, это ужасно, что я засмеялась. Мне сейчас придется себя так наказывать. Вы бы, наверное, не пережили это. Я серьезно не знаю, что делать. Я подумаю. Просто нельзя себя так не жалеть. Это безумно невкусно и вообще какой-то хрем. А вторую нельзя за раз. Я обижу ложку хря. Катя, надо себя жалеть. Не, нельзя. Угу. Внимание, сейчас у нас будет последнее видео, отобранное опытным экспертом. Потом я пойду сама в комментарии искать что-то смешное, потому что капец. Либо буду набирать ржач. Ахаха, как смешно на ютубе. Ганста, девочка, мальчик в поезде. Ну, в общем, долгое название, ничего не поняла. 11 секунд. Oh, ладно, блин, нет, реально. Она стала смешно. Сейчас еще разок. А это куб, что ли, да? Блин, ну это реально блин. На самом деле все вру, конечно. Да не, реально было смешно. О, я вообще прям от души. Вот банан. Видите, как варвар. Вот как варвар. Очень тяжело, очень жестоко. Мне кажется, мне еще будет очень невкусный банан. Сейчас попробую. Ну, вообще. Да капец, я не знаю, доживу ли я до завтра. Боже мой. Если честно, мне кажется, получился очень жестокий челлендж. Я вам расскажу, по какой причине. Шутки все были не смешными, и я сидела и просто, блин, давилась слюной. Я же не могу вот, ну, притворяться, что мне смешно. А торт стоит. Я думала, я сейчас килограмм тут схомячу, сколько должно быть видяшек смешно. А это что? Не, ну, жестоко, мне кажется, получилось. Я не знаю, напишите в комментариях, почитаете ли вы, что это все жестоко, и вообще, смогли ли бы вы выдержать такой челлендж. И на самом деле, действительно важно узнать ваше мнение. Давайте уже как-то, ну, более серьезно так придем состоянием. Напишите, понравился ли вам такого рода челленджи. То есть мы хотим назвать это челлендж наоборот. Если вам понравилось, то обязательно сообщите об этом в комментариях. И, может быть, это войдет у нас в постоянную рубрику, как ни глядя. Почему бы и нет? Можно много чего еще интересного в этой сфере придумать. У нас уже есть много задумок. Все, спасибо вам большое за просмотр. Пошла я доедать. Всем белка. Наконец-то все закончилось. Ох, эти вишенки. Мне надо снимать тоже, хватит.